Всем привет, с вами Жора. И мы собираемся в парикмахерскую. Так, еще раз, дубль 2. Это Тёма. Здорово. Я приехал, прилетел вчера в Таллин. Он меня встретил, я ночую у него пока. Мы сегодня ходили с утра и на тренировку, весь день я снимал видео. Камера у меня новая, GoPro 4. Я целый день снимал видео на палке, которая шумела. И все видео запорола. Весь день запорола. Весь день запорола, да. Ну ничего, буду сейчас вот заново все делать. Все красиво. Только что проверил на компе. Видео хорошие были, но звук был плохой. Ладно, едем в парикмахерскую. Она находится в здании, с которого очень хороший вид. Ну, вы все увидите. Here's after your boobies. Сколько стоит прическа твоя будет? 25. 25 евро постричься стоит. Сейчас посмотрим, что там сверху. Какой этаж? 14 этаж. Вот такая вот камера у меня теперь. Ничего, если я сразу снимаю? А? Если я сразу снимаю, нормально? Я думаю, нормально. Привет. Жора. Короче, просто хочет снять, ну, вид там, да, снимает, так. Знаешь, все там. Потом нарежу все, посмотрим, что получится. Ты хочешь, да? Ты из Испании вернулся, готовил? Да. Ага. Ты смотришь? Нет, смотри, я просто эту тему еще рассказывал. А. Ты можешь на балкон там выйти, если хочешь. На балкон можно выйти, да? Там удобнее. Ну, конечно, не знаю, не замерзнешь, да? Да нет, что? Спасибо. Потом видео посмотришь, как он ехал к тебе. Он же не успевали чуть-чуть. Он летел там. Так что, если что, вот контакты, звоните, пишите. Может быть, вам повезет. Как новый. Чек нужен? Нет. Все, Тём, спасибо тебе большое. Все, давай. Подписывайся на канал. Посмотришь видео. Давай. Вот такой вот хороший парень. Хорошая парикмахерская. Хороший вид. Хорошая прическа. Все нормально, вы постригли. Да, маняло чем. Да. Гомосек. Мы приехали в зал. People Fitness называется. Вторая попытка снять вам спортзал.
Первая была неудачная из-за коробки, в которой камера была с ручкой, типа селфи-палки. Чё, ты, силы есть? Конечно. Вот такие вот ворота. Палец суешь сюда и открываются. Сегодня я буду качать грудь. Утром я качал плечи и бицепс. Сейчас я качну грудь. Может быть, если силы останутся, я буду еще качать трицепс. Вот такая вот спинища у Тёмы. Огромная, на ползала. Тут просто все отдыхают, все на него смотрят сейчас. Думаю, что за громила зашел в зал. Вес упал у меня до 100 килограмм, 100,5 вешу. Надо углеводов прибавить чуть-чуть. Кажется, пустой, но все равно нормально разливает. Ну что ты? Бодибилдер. Нормально потренил? А? Потренил нормально? Да. Сейчас лично. Да. Два раза в день нормально, сильно. Да. Отлично. Во. Я 3 килограмма за день. Фух. Надо пожрать нормально, чтобы восполнить. Обязательно. Восполнить силы. Восстанавливаться надо. Фу. Ну что? Че? Бандитки одел? Пожрать надо ехать куда-то. Сейчас. Дело сделаем. Так а что, может с тобой заехать или что? Ну давай, мы сейчас тогда заедем с тобой. Я тебе напишу за минут 5.
Хорош! Вот такие машины должны быть. Вот это правильная машина. Что это было? Что это была бомба? Это бешеный пацан катается в парковке. Люди в шоке просто. Перетренился, называется. Ну да, хоть два раза в день. Ванулся. Хорошо. Ютуба, что? Я иду смотреть Samsung 8 Plus. Хочу купить. И заодно пожрать. Отметить. Мясо взять. Углеводов надо закинуть после тренировки. Наполниться. Восстановиться. Я буду счастлив пару дней. Че? Дарю. Спасибо. Ура! 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 Можете поздравить меня, ставьте лайки. Ставьте лайки, у меня Galaxy S8 Plus. Я только что отмечал S8, взял порцию котлет. Картошка, салата, сожрал, такой голодный был, довольный, пока еще не открывал, сейчас открою и буду кайфовать. Тёма. Опа. Какой пароль? Залупа не упал. Просто летим за пивом. Че, почему вам пиво разливное, смотри, разное? По улами все есть. Да, там местный мужик. Живое пиво, бери нормально разливное, вкусно будет. И все, че бегать? Нормальное пиво я здесь бухал. Записывай. Спалился. Ну а че, бухал никогда, что ли? Да пиво вроде есть нормальное. Давай, есть, есть. По улани, оно вообще нормальное. Что это? Где пиво?